Холодно, капец. Пахнет затхлостью и носками. Нахера? Я сюда полезла. Мне сейчас предложили попробовать маленькую чашечку. У меня тут же раскрылись и повеселели глаза. Мы планировали поехать в Каппадокию уже давно, но пандемия наложила свои корректировки. И вот на носу 8 марта, и мы арендуем машину в местной прокатной компании. Обычно стоимость авто подобного класса, в нашем случае это Peugeot 308, обходится в 270-300 лир в сутки. Но мы бронировали авто в черную пятницу, поэтому оплата за сутки всего лишь 150 лир. Маршрут мы проложили через город Конья. Это родина дервишей. Да, тех самых мужчин в юбках, наверное. Они часами могут кружиться в танце. На выступления их мы не попадем, из-за пандемии их все просто отменили, но в городе остановимся на денек, просто посмотреть. Когда с побережья отворачиваешь на Конью, то почти сразу меняется пейзаж. Вокруг все выше и выше вырастают скалистые горы. А потом на дороге начинают появляться вот такие знаки. В общем, мы едем в снежные районы, где действительно на дорогах может оказаться снег. Поэтому, когда мы забирали машину, нам вместе с машиной дали набор цепей. И когда они ее давали, такие говорят, ну, как бы это цепи. Я говорю, ну, я вижу. Он говорит, ну, ты же понял, да, если что, ты как бы можешь поставить и ехать по снегу. Такой, ну да, ну ты же умеешь, как бы, я говорю, ну да, конечно, как бы, я умею. Вот, а еще говорят, если, ну, как бы, тебя гаишники остановят, ты тоже скажи, как бы, почему ты не на зимней резине, скажи, у меня есть цепи, если что, я их сейчас хотите, прям при вас надену. Чем дальше едешь, тем сильнее закладывает уши от набора высоты и тем ближе горный перевал со снежными вершинами. Холодно, капец. Мы думали дрон поднять, но он здесь не поднимется. Мы-то свои жопы еле-еле подняли. На пару камней выше. А дрон нет. Не отпущу я Маковку летать. Холодно и ветрено. После всей этой снежной красоты начинается однообразная степь. И так до самой Коньи. В нее мы, кстати, приехали уже на закате и сразу поехали в отель. Все, мы пригнали уже на закате в город Конья, натыкали что-то на букинге, нашли отель. А сейчас будем договариваться по ценам, потому что, возможно, на букинге цена стоит дороже. Номер с двумя спальнями и с завтраками в отеле 4 звезды на 3 человек нам обошелся в 400 лир. Так как Конья город не туристический, то и выбор отелей невелик. Цены за номер на двоих, согласно букингу, стартуют от 180 лир за сутки. Ну что, давайте посмотрим, что нам досталось за 400 лир. Достаточно большая комната, ванная. Блин, я в некоторых отелях останавливалась, которые спальни имели вот такого размера. Вот, а тут прямо... Эй, есть где разгуляться. Так. Дальше продолжаем.
маленькая спальня. Сидит водитель. Занял уже, да, кресло. Большой-большой диван, кухня. Мы пока еще, кстати, не распаковывали, что тут есть. Но, наверное, что-то есть. Пока только пустые шкафы. Пустые шкафы. У меня вопрос. А нахрена тут, действительно, пустые шкафы? Нахрена тут кухня, если здесь пустые шкафы? Ну, хоть где-то что-то... Что-то где-то же здесь должно... Не, тут не предполагается это. Вот зачем тогда вот это было покупать? Вопрос. Идем дальше. Хозяйская спальня, она очень-очень-очень большая. Прямо здесь можно бегать. В общем, без косяков не обошлось. И когда мы оформлялись, мы решили забронировать не через Booking, а заплатить напрямую. Но мы как бы такие добрые, понимаем, что Booking берет комиссию, поэтому часто стараемся приехать в отель и заплатить им напрямую. Но это уже не первый раз, когда с нами случается, это именно в Турции. Мы платим, транзакция якобы проходит у нас, по крайней мере, по карте, а у них якобы не проходит. Они тебе показывают чек о том, что вот у нас ошибка, а у нас в банке по транзакциям видно, что платеж, ну, как бы обрабатывается. И они тебе предлагают, давайте мы еще раз сделаем. И мы всегда вот так вот смотрим, типа, камон, ребят, ну в смысле? Ну, в общем... Мы уже были очень сильно уставшими, и хотелось уже куда-то кинуть кости, поэтому мы согласились. В итоге у нас сейчас обе транзакции в банке в нашем стоят в статусе обработки, и, ну, в общем, будем смотреть, что будет дальше. Мы решили отметить первый день нашего путешествия и поехали за вином. Регион Конья негласно считается консервативным с точки зрения религиозных взглядов. Поэтому алкоголь продается далеко не в каждом, даже крупном супермаркете. И мы решили поехать в метро, который оказался совсем недалеко от нашего отеля. Так, время 7:30 местного времени. Мы приехали в метро. В планах у нас закупить чуть-чуть продуктов так, чтобы чисто перекусить, и винишко. Но мы же в Конье. А это... Ну, в общем, это может быть проблематично. Сейчас посмотрим, узнаем. В общем, миссия удалась. Алкоголь нашли, хотя и не с первого раза, потому что он очень-очень сильно спрятан. Вот представьте себе, вы в метро заходите, и там всегда вот такие огромные алкогольные отделы, и там прямо много напитков, и безалкогольных тоже. Так вот здесь, чтобы пройти в алкогольный, нужно заплутать где-то среди безалкогольных напитков, и вот там есть специальный маленький проходик. Мы его даже не увидели. Мы услышали, что там пикает касса, там отдельная касса. И вот мы туда на звук пошли, купили все, что нам нужно. Сейчас возвращаемся домой до комендантского часа и перекусываем и ложимся спать. А когда мы вернулись в отель, нам за неудобство с картой сделали сладкий подарок от шеф-повара. Приятно, однако. Утром ситуация с картой прояснилась. Один платеж нам вернули, и мы спокойно поехали в центр. Вид у него, кстати, оказался очень мрачный и уставший. Город немного уставший. Да какой немного? Он много уставший. Он очень сильно уставший. Но его прямо активно как-то реконструируют, строят. Центр весь просто переделывают. Интересно будет вернуться сюда примерно через год и посмотреть, что получилось. Что касается достопримечательностей. Конью неформально называют городом мечети. Их тут действительно очень много. Но именно туристическими считаются две. Это мечеть Азизие и мечеть Селемие. Еще TripAdvisor рекомендует посетить музей Милявны, который занимает аж второе место среди самых посещаемых музеев Турции.
Вход туда стоит символически 5 лир, но у нас на него не осталось времени. В обед мы планировали приехать в Каппадокию. И вот вам спойлер. Туда мы приедем только вечером. В общем, мы только что были, вы там дальше увидите, в караван-сарае, которому 700 лет, его построил султан Сельчуков, вот тут между двумя крупными населенными пунктами. Он, короче, один из самых больших здесь в регионе, ему 800 лет, там на территории есть хамамы, есть открытые торговые площадки, закрытые торговые площадки. В общем, видимо, здесь летом очень жарко, или было очень жарко, поэтому здесь есть все, чтобы спокойно торговать. Но зимой, конечно, прохладненько. Прохладненько прям. Вот. Сходить, в принципе, можно. То есть специально сюда ехать не стоит. Но если едете по нашему же маршруту мимо, 5 лир, билетики, можно сходить. Вот она, первая причина отклонения от маршрута. Будет еще вторая причина, но тогда мы об этом даже не догадывались. Караван-сарай Султан-Ханы – один из крупнейших в Турции. Стоит на шелковом пути. Раньше путники останавливались в нем на ночлег и чтобы дать передохнуть верблюдам. Это ты меня снимаешь? Нам повезло. Когда мы приехали, почти не было людей, мы буквально оползали каждый угол. Здесь есть точная проекция этого купола из голубиного говна. Вот, в общем, если замерить радиус, то можно понять, какого радиуса купол. Это не для людей с больными коленями. Ты что, нашел? Ого! Потайной ход для любовниц. Но не для толстой любовницы. А это безопасно, то, что мы сейчас делаем? Я не знаю, 800 лет все-таки здание. То есть ты бы не была любовницей? Нахера? Я сюда полезла. А вверх-то лучше, да, было? Уже не молодые для такого. Не, ну вот это хорошо. Красиво, жила бы здесь. Да. Нет. Нет. Это очень страшно. Все, я на земле. Хорошо. Невысоко. Мы едем дальше. И у нас снова смена маршрута. Ребят, вот честно, мы не специально. Просто дорога усеяна этими знаками. Знаете, такие коричневые знаки, которые на какую-то достопримечательность показывают. Вот как их игнорировать? Короче, мы свернули с маршрута, чтобы посетить подземный пещерный город вот с таким вот названием. Я, честно, даже не буду пытаться это прочитать. Это, кстати, уже считается районом Каппадокии, хотя до нашего пункта, деревни Гюреме, еще 60 километров. Вообще, это так-то туристическое место, но то ли погода со своими тяжелыми облаками, то ли пандемия сделала из этой локации какие-то декорации к фильму ужасов.
колоритное место, конечно, куда мы приехали. Нет слов. Турция бывает разная. Очень разная Турция. Чё? Чё орёшь? Чё орёшь? Чё орёшь? Чё ты хочешь? Да. Ну вот, мы идем в пещеры. Отдельная просьба клаустрофобам. Если вы этим страдаете, пожалуйста, отвернитесь от экрана. Я предупреждала. Начинается сценарий фильма «Поворот не туда 4», по-моему, если я не путаю. Наверное, самое жуткое в этом месте – это то, что ученые до сих пор толком не знают ответов. Кто тут жил, как долго они это строили, куда и как вывозили породы, которые раскапывали, как тут умудрялись жить с животными. Да-да, тут люди прям жили с животными и прям коней сюда затаскивали. Для туристов открыт не весь город, а только процентов 10. Максимум вы сможете спуститься на 52 метра вниз, но даже этих объемов хватает, чтобы обалдеть от такой постройки. Конкретно этот подземный город появился примерно во 2 веке до нашей эры. Хотя все подземные города, а их тут больше 30 на территории Каппадокии, примерно из одной эпохи. Древние люди, вместо того, чтобы объединять силы нескольких поселений против врагов, предпочитали копать вот такие города, где их хрен кто достанет. Еще одна загадка этих мест. В пещерах нашли круглые каменные плиты весом 300-500 килограмм. Они служили, внимание, как дверь. Да, представляете себе такого древнего человека, который, судя по высоте потолков, был низкого роста, и вот он такой берет и, опа, закатывает дверь, и никакой враг тебя оттуда не достанет. То, что мы одни, это вновь сочетание двух обстоятельств. Не сезон и пандемия. От этого, конечно, ощущение еще острее. У меня так вообще состояние было на грани истерики. Мне не нравится. Мне очень не нравится это. Что? Там узко. Там узко, и вот прям вот такой наш серпантин крутой. Пойдем, идем, пойдем. Да как так-то? Пахнет затхлостью и носками. Кто-то не менял. Кто-то здесь не менял носки. Вон мама пошла, мама не боится. У меня вообще так клаустрофобия. Да, конечно, я вижу, вижу. Все симптомы налицо. Серьезно? Нет, тут так-то даже лампочка просто перегорела. Зашибись. Лампочка в фильмах ужасов обычно перегорает. Жесть. В Каппадокию, а именно в деревню Гюреме, мы приехали уже после заката. Мы заранее забронировали небольшой семейный отель и нас сразу же заселили в очень атмосферные стилизованные под спальни султана номера. Да, приветствует султан. Султан, пожалуйста, отодвиньте свою пятую точку, я хочу кресло султанское заснять. Благодарю вас. Вы посмотрите, ну вот прямо вот вообще, прямо труп. Да, ну... да, вот прямо тут вот как бы вот так вот все скрипучее отодвигается. И вы посмотрите, да, ну какова красота-то, какова вообще. Тоже красота-то, посмотрите. Мозаика, мозаика. Та-дамс. При этом, да, вроде бы старое здание, а тут как бы все сновья. Даже шкафчик вот здесь вот как бы вот, вот. И вот, вот, и вот, вот это вот. Ну, в общем, это любовь. Наш отель называется... Мирзаде и еще что-то, типа, что переводится «гости». Мир задом гостей, в общем.
Вот, а стоит наш номер, примерно, если на рубли переводить, чтобы было понятнее, 1300. А у мамы номер, может, мы даже завтра еще успеем что-нибудь там тоже заснять, показать. Тысячу рублей. То есть два номера нам обошлись 2300. Вот таких вот, в таком прекрасном месте, дешевле, чем среднестатистически задрипанный отель в России. Я сейчас тебя слушаю, и я понимаю, что я сижу на каменном столе. Вот у меня как бы почки запищали, говорят, зачем ты нас сюда посадила? А стол-то здесь каменный, оказывается. Вот, так что пользуйтесь спецпредложениями Букинга, называется сейчас реклама Букинга. Да, потому что иногда стоит заглянуть туда, и иногда там будет дешевле, чем даже ездить по отелям. То есть надо правильно понимать, где и когда. Ну и проверять разные варианты. Утро любого туриста в Каппадокии начинается очень-очень рано. У нас оно началось в 5:30 утра с поиска подходящей смотровой площадки. Накануне мы даже не пытались ее искать, настолько мы были измотаны. Мы заехали на смотровую, и там стояло всего несколько человек, а шаров на горизонте пока не было. Мне кажется, это задача каждого туриста – ужаснуться раннему подъему в Каппадокии. Нравится ранний подъем? Мне нравится. Очень удобно, что прямо на смотровой стоит вагончик, и там есть туркиш кофе. Правда, за конские деньги, 40 лир, но в такие моменты готов отдать любые деньги за глоток крепкого-крепкого кофе. Два предыдущих дня полеты на шарах отменяли из-за плохой погоды. И, возможно, наш ранний подъем, он будет зря. Поэтому туркиш кофе. Много туркиш кофе. Там парень, который работает, спросил у начальника. Начальник сказал, нет, сегодня шары летать не будут. Да ебаешь ты все, а? Да как так-то? Даже несмотря на то, что полеты якобы отменены, оставался маленький процент, что шары все-таки полетят. Поэтому мы остались ждать. Ой, как хорошо. Я думаю, что я пойду за второй, наверное, за третий. Чтобы как-то скрасить ожидания, мы пристали к местным мужчинам, которые вместе с нами грелись у костра. Z D R O G N E M. Very difficult. Very difficult. Вздрогнем. Глядя на мои грустные глаза, ребята предложили мне бокальчик глинтвейна по особому рецепту. Якобы в рецепте участвуют аж 22 местные специи и травы. Видите этот котелок на костре? Оказывается, все это время рядом с нами настаивался глинтвейн. Мне сейчас предложили попробовать маленькую чашечку. У меня тут же раскрылись и повеселели глаза. Мне ее несут. Глинтвейн. Так, вот. Ой, слушайте, там реально очень много всяких разных специй. Это очень вкусно. It's very tasty. Вот, вот повар. Very good. Yeah, it's very good wine in the Cappadocia. The best one. Да, мы уже тут сошлись на том, что вино в Каппадокии все-таки каппадокийское вино, это прямо, это хорошо. Тем утром шары так и не полетели, но помимо них в Каппадокии есть еще масса мест, где стоит побывать. Но об этом уже в следующей части нашего трипа. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, которое выйдет на канале очень скоро.